Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поделился подробностями визита в Москву, в ходе которого обсуждались вопросы нормализации отношений с Сирией. Глава МИД подчеркнул, что Турция поддерживает территориальную целостность Сирии. Он также отметил, что необходимо создать безопасный механизм для возвращения сирийцев, находящихся на территории Турции, в свою страну. По словам Мевлюта Чавушоглу, на встрече в Москве стороны договорились о продолжении диалога. Мы не претендуем на территорию Сирии. Мы присутствуем там для борьбы с терроризмом. На встрече министры обсудили установление стабильности в Сирии при помощи оживления политического процесса. Сирия сейчас нуждается в гуманитарной помощи, особенно после землетрясения. Мы также провели обмен мнениями по поводу вопроса сирийских беженцев, большинство из которых находится на территории Турции. Обсудили обеспечение их возвращения в Сирию и создание для этого необходимой инфраструктуры. Процесс будет продолжаться. Для того, чтобы он шел в соответствии с дорожной картой, на вчерашней встрече было принято решение сформировать рабочую группу на уровне заместителей министров иностранных дел и с вовлечением представителей других структур. Эксперты считают, проведение встречи глав МИД Турции и Сирии спустя столько лет в нынешних условиях имеет большое значение. Это важно как для регионального мира, так и с точки зрения нормализации отношений между двумя странами. Деятельность террористических группировок на севере Сирии создает угрозу национальной безопасности Турции, поэтому возникает необходимость в очищении территории. Это возможно только при совместной деятельности турецкой и сирийской армий. Подобные шаги также помогут решить проблему беженцев. Свое содействие в этом деле может оказать и Россия. По официальным данным, сирийских беженцев в Турции от 3 до 4 миллионов, но по некоторым подсчетам их число достигает 10 миллионов. У Турции уже нет возможности нести этот груз, из-за такого числа невозможно обеспечить их интеграцию. Они говорят на другом языке, принадлежат другой культуре, поэтому есть необходимость в их возвращении домой. Мы знаем, что у Сирии были большие человеческие потери во время войны и после нее. Таким образом, начало программы по возвращению беженцев выгодно и Дамаску. Ранее в Москве встретились главы МИД Турции, Сирии, России и Ирана по урегулированию в Сирии. Главы МИД четырех стран провели дискуссии по различным аспектам оживления межгосударственных отношений между Турцией и Сирией. Анкара выступает за улучшение диалога с этой страной. В нынешней нестабильной региональной и международной обстановке внешняя политика Турции направлена на формирование условий для устойчивого мира и развития. Об этом свидетельствует ряд реализованных Анкарой инициатив. Эсмира Алиева, CBC.